Биочип по выявлению наследственных заболеваний изобрели генетики Северо-Восточного федерального университета. Ученые занимались разработкой проекта в течение 3 лет. Наш корреспондент Юлия Великодная посетила лабораторию, где проводятся исследования. Особенностью изобретения сахабиочип является то, что за 4 часа исследования выявляется сразу 5 видов вероятных мутаций. Для диагностики необходим биологический материал – кровь или слюна. После подготовки исследуемого материала он отправляется на сканирование. В общем, тут есть такие, можно так объяснить, да? Капельки такие, а капельки содержат какие вот вещества, допустим, ДНК, да? Они вот располагаются именно в определенном порядке, вот так, точками, да? В вашем образце тоже есть ДНК. То есть, когда два ДНК, две нити ДНК связываются между собой, да, они как бы скрепляются и не остаются, оседают тут. Таким образом мы можем узнать. Еще на стадии планирования ребенка или во время беременности сахабиочип может диагностировать вероятность заболевания. За время одного исследования, благодаря скорости и точности изобретения, выявляются генетические заболевания, распространенные среди населения республики. В результате многолетних исследований нашими учеными были выявлены этноспецифические так называемые наследственные болезни, характерные для якутской популяции. Это такие, как спиноцеребеллярная атаксия первого типа, это миотоническая дистрофия, это околофарингеальная миодистрофия, и также заболевание с аутосомно-рецессивным типом наследования, это ТРИЭМ-синдром и СОП-синдром. Новая диагностическая система была изобретена в рамках федеральной программы. Экспресс-выявление показано семьям, чьи родственники имеют заболевания, вызванные мутацией клеток. А, к сожалению, в настоящее время только больные могут проходить диагностику по наследственным заболеваниям. А вот именно для профилактики этих заболеваний, то есть выявление мутаций у здоровых людей, чтобы потом у них не рождались больные дети, ну вообще при планировании семьи, как бы таких вот методик нету. Изобретение сахабиочипа запатентовано. В университете планируют внедрить новые технологии в массовую диагностику. Юлия Великодная, Илья Жираев, НВК Саха, Якутск.